Лифт 3,5 тонны поднимает на второй этаж. Подъезд фур на пандусе. Далее из лифта буквально 5 метров перемещаемся. Вот складское помещение, площадь 2200 тысяч квадратных метров. Вот такой формат. Полы антипыль. Противопожарная система. Все смонтировано. Приток-вытяжка, соответственно, тоже есть. Такое пространство. Офисные помещения можно прямо на этой территории смонтировать, если потребуется. То есть, в принципе, все это решаемо по согласованию.